Румынские националисты, как и в прошлом году, провели демонстрацию во время фестиваля «Тушваньош» в румынской Трансильвании. Несколько десятков протестующих с транспарантами с надписью «Есть то, что вечно», «Трансильвания, румынская земля» планировали сорвать выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Но уже на входе на площадку их остановили полицейские. Владимир Путин, террористу Владимир Путин, кандидат НКО-тари интернационала, с Виктор Орбан, с Владимир Путин. Я дука чеш программы, где укупари, аннексари. В своем выступлении глава венгерского правительства говорил о Китае, США и новом мировом порядке. Хабору аз нем элкерюхететлен. Эннек аз а фелтетеле, хоть а вилаг элмоздулт эгьеншуйя хелет, а вилаг кепеш леген уй эгьеншуй талани. А нагьокнак элкелене фогадни, хоть кет нап ван аз эген. Orbán Viktor először 1998-ban beszélt a Szabad Egyetemen. Akkor frissen megválasztott miniszterelnökként az ország NATO csatlakozásának szükségességét hangsúlyozta. Most az Európai Uniót egy gazdag, de gyenge uniónak nevezte, amely körbekerítve érzi magát. Mint mondta, az EU egy kiöregedett boxbajnok, amely mutogatja az öveit, de a ringbe már nem akar beszállni. Kónya Rita, Euronews, Tusnádfürdő.